Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Живем с парнем почти 3 года. Я хочу семью и детей, но как-то нет уверенности, что мы справимся с ребенком. Вопрос именно в моем молодом человеке. Он каждый день гуляет с друзьями. Меня зовет, старается не пропускать ни разу. Мне, конечно, всегда помогают по дому, помыть посуду, приготовить поесть и так далее. Но пугает именно момент, что, возможно, после рождения, даже во время беременности, он будет гулять и не поменяется. Хотелось бы, чтобы у нас была нормальная семья, чтобы мы вместе воспитывали нашего малыша, а не одна, сидя дома, заготовка, уборка и так далее. Прошу помочь мне понять, вернули мои сомнения. Сейчас я устроилась на новую работу. Морально мне тяжело. Добавилось много забот. И мне стало тяжелее. А еще мы каждый день гуляем до 12 ночи. Я не высыпаюсь на работе, сплю, потом плохо себя чувствую. До этого всего я хотела завести кошку. Сейчас не хочу, потому что понимаю, что не справлюсь. Да-да, именно так. Не справлюсь. Я почему-то даже не надеюсь на помощь молодого человека. С чем это связано, не знаю. Не уверена в этом плане в нем. Но мне 25, я хочу ребенка, и сколько будут длиться мои сомнения, я не знаю. Смотрите. Вообще, первое, что здесь нужно сказать, это то, как вы относитесь к молодому человеку. То есть, ну, в смысле, как вы его, любите вы его, не любите вы его, принимаете ли вы его, вот, как-то, ну, безусловно, или нет. Вот это, пожалуй, такой самый главный вопрос, потому что молодой человек, он, судя по всему, как им был, он так им и остался, он не изменился. Вот. Судя по всему, вы от него ожидали, желая нормальной семьи, вы ждали от него, что он изменится, что он станет другим. Ну вот, собственно говоря, хотелось бы вас в таком случае немножечко спросить, а как так получилось, что вы, будучи человеком семейным, да, домашним, хотящим нормальную семью, выбираете себе мужчину, который ведет несколько иной образ жизни? Как так получается? И на этот вопрос можно найти ответ с точки зрения психологии. Молодой человек отражает то, что вы хотите сами. Вот. Он отражает то, что вы хотите. А именно, он отражает ваше желание более активной жизни, более свободной жизни, меньше контроля, больше спонтанности и так далее. Возможно, речь идет о более четком выражении своих интересов. Вот, своих желаний, своих потребностей. Короче, всего того, чего вы, вероятнее всего, не делаете. Но вот как вы связали свою жизнь с человеком, ценности которого немножко другие? Как получается, что вы вредите себе? Да? Вы же вредите себе тем, что гуляете с ним, потом страдаете от того, что не выспались, и всякое такое. Вот. Ну, страдаете же, правильно? Так что, я думаю,
Это нужно как минимум более подробно рассматривать, чтобы вы могли лучше в себе разобраться. Что такое ваши сомнения? Ваши сомнения – это история про потребность, как мне, по крайней мере, кажется, что ваши сомнения – это потребность в безопасности. То есть вы хотите семью и ребенка, как бы потому, что вы хотите безопасность. Вот. Ну, в смысле, вы нуждаетесь в безопасности. Вот. В других условиях вы себя в безопасности, на мой взгляд, не чувствуете. Ну, вот не чувствуете вы себя в безопасности в других условиях, при других обстоятельствах. Вот. Не ощущаете. Так вышло. И, соответственно, как мне кажется, работать вам нужно именно в этом направлении, то есть направлении того, чтобы как-то к личным границам своим внимание проявлять больше, вот, чтобы замечать вещи, которые с вами происходят, то есть, ну, условно говоря, да, чего я хочу, чего я не хочу, вот. Посмотреть на также свою реализацию, то есть, вот. Насколько я уверена, что то, что я делаю, мне нравится, мне хочется. Вот. На эти вещи имеет смысл обратить внимание. Это серьезно. Это серьезно. Это очень важно. Вот. Ну и, конечно, учиться говорить нет, если вы чего-то не хотите. Вот. Еще один момент. А вы с молодым человеком вообще говорили? Ну, относительно того, как он к детям относится, что он говорит. То, что вы не полагаетесь на молодого человека, на мой взгляд, связано с идеей контроля. То есть вы стараетесь контролировать вокруг себя. Ну, вот какие-то вещи вы стараетесь контролировать вокруг себя. И в общем и целом, как мне видится, это вас и делает такой, скажем так, ну, одинокой, что ли, да? Вот. Потому что не контролирую вы
эти вещи, не стремясь вы контролировать, да, то есть больше отдавая на усмотрение человеку. Я думаю, что и человек бы включался в деятельность, коммуникацию и так далее. Вот. А вы такая деятельная натура, скорее всего. Вот. Берете многие вещи на себя, вот, стараетесь сделать все сами, и там успеете, и тут. Вот. Ну, в таком смысле, в таком случае, зачем молодому, зачем молодому человеку, о чем подумать? Вот. Понимаете, да? Такая вот история. И еще один момент. Вот вы пишете, мне 25, хочу ребенка. А что в ребенка вы хотите? Ведь вряд ли вы хотите прямо ребенка. Вот. Я не думаю, что вы можете хотеть прямо ребенка. Я думаю, что вы хотите чего-то связанного с ребенком. Вот. Вот давайте попробуем посмотреть на это желание более глубже. Что в ребенка вы хотите? Отсюда и сомнения. Знаете? Ну, а если вы считаете, что ваше желание абсолютно нормально, если вы считаете, что за ним ничего не скрывается, то и вы считаете, что вашему молодому человеку нельзя доверять, и вы можете сидеть одна, потому что он будет гулять, а он может гулять. Ну, совершенно очевидно, что ваш партнер вам не подходит. Вот. Кроме того, я не очень понял, женаты ли вы. Вот он вам даже предложение не сделал, по-моему. Вот. Это значит, его все устраивает. А вас? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.